27 июля 2021 года состоится большой судебный процесс над гражданскими активистами города Алматы. Почти год власти Казахстана незаконно удерживают их в пенитенциарных заведениях за их гражданскую активную позицию, за их участие в строительстве дома Дулата Агадил, за то, что они, как и большинство казахстанцев, не хотят жить в отсталом и несправедливом Казахстане, за то, что они требуют нашим детям безопасного и уверенного будущего. Власти оказывали давление, угрожали, заставляли оговорить себя. 27 июля гражданское общество может и должно показать солидарность с политзаключенными и политически преследуемыми. Защищая их, мы защищаем себя и светлое будущее наших детей. Мы будем требовать прекращения их политического преследования, безусловного и немедленного освобождения политических заключенных. Ведь все они выходили в поддержку политических заключенных, а власть некоторых из них отправила в СИЗО, сделав их политзаключенными. Пишите и анонсируйте судебные слушания во всех социальных сетях. В постах, публикациях, в обращениях к международным правозащитным организациям, в Твиттер, привлекайте международных наблюдателей, телеграм-каналы и наш народ, за достойную жизнь которого наши активисты готовы жертвовать своей свободой, жизнью и здоровьем.